Останкам этого древнейшего морского чудища больше 90 миллионов лет. Мексиканские ученые долгое время собирали его скелет буквально по крупицам. И вот, наконец, показали публике. Мы проделали кропотливую работу. Дополнили скелет рептилии всякими чешуйками и деталями мягких тканей. Однозначно можно сказать, что эта морская рептилия существовала в эру динозавров. По оценкам исследователей, этот морской хищник обитал во время мелового периода и исчез вместе с динозаврами и древними черепахами. Ученые предполагают, что причиной вымирания рептилии стало падение астероида на территории современного полуострова Юкатан. За последние 3 года это уже второе крупное открытие в области палеонтологии. Ранее были обнаружены останки гигантского динозавра.